Пришло твое время внести вклад в освобождение нашей республики от террористической мрази. Цель вашей группы — аэропорт. Береги патроны, не забывай, у тебя только 3 жизни. Удачи! Хочешь вечную жизнь? Да. Продолжай жить, как живешь, всем, с кем ты будешь встречаться, будешь задавать один вопрос. А почему вы не уехали из Донецка? Я его люблю. Продолжаются обстрелы Донбасса. Город на грани гуманитарной катастрофы. Хлеб дают не более 1 килограмма во дня. А почему вы не уехали из Донецка? Мы? Да. Ну, бенемастер не отпустил. Некуда ехать, здесь работу делать. Наше командование предало нас. Ты хороший парень, но ты много знаешь. Так что прости, браток, и прощай.